Освоить немецкие леопарды за 30 дней реально, доказывают украинские военные. На тренировочной базе в Польше экипажи танков прошли экспресс-курс от западных инструкторов. Учитывая скорость и срочность, учения максимально сократили до месяца вместо трех. Сначала западную технику осваивали на тренажерах, а уже затем навыки отшлифовывали на полигоне. Польский учебный центр «Леопард». В зале несколько десятков мониторов, симуляторы, тренажеры. Все очень похоже на компьютерные игры, но максимально приближено к реальной технике и условиям. Итак, сперва мы начинаем с теории в классах, затем мы переходим к симуляторам с основами, такими как запуск двигателя, некоторые базовые маневры, а затем мы переходим к реальному танку, тренируясь на тактической полосе и знакомясь с некоторыми тактиками и как действовать во время учений с боевой стрельбой и тому подобное. Учебный курс по управлению леопардами рассчитан на 3 месяца, но это слишком долго, если война уже идет, как в Украине. Для танкистов вооруженных сил тренинг сократили до рекордных 30 дней. Инструкторы отмечают, старательность украинцев и огромное желание как можно скорее вернуться на фронт имели положительный эффект. Несмотря на то, что обучение длится 12 часов в день, даже в конце дня они все равно хотят узнать больше, получить больше опыта, немного больше поработать с танком. У них постоянно возникают вопросы, потому что ставки для них очень высоки. Украинцы, которые находятся здесь, уже пришли с танковых платформ, танков серии Т. Так что они уже пришли с этим. Знание артиллерийского дела, знание механических систем, так что на самом деле это скорее конверсионный курс. Просто не обязательно учить их, как быть танкистами, но учить их, как использовать этот конкретный танк. Немецкие танки «Леопард», которые уже переданы вооруженным силам Украины, по сравнению с техникой противника, это как «Мерседес» и «Жигули», проводят параллели эксперты. У них более надежная броня, «Леопарды» быстрее, точнее и маневренней. Танк «Леопард» обеспечивает гораздо большую точность, чем танки серии «Т». Он обеспечивает гораздо большее расстояние, на котором может двигаться с гораздо большей скоростью, двигаясь как вперед, так и назад. Например, если вы сравните танки серии «Т», они проходят примерно 5 км в час задним ходом, в то время как «Леопард» может легко развивать скорость 30-40 км в час задним ходом. Так что это определенно более продвинутая система. Еще одно из преимуществ именно этой программы – обучение украинских танкистов. Мультинациональность, отмечают инструкторы. Что важно, мы не одиноки, как польские инструкторы. У нас здесь есть наши коллеги и эксперты из Норвегии и Канады. И это еще одна дополнительная ценность, потому что это международные усилия по обучению наших украинских солдат. Часть немецких «Леопардов» уже в Украине. Благодаря танковой коалиции на вооружение украинской армии западные партнеры передадут более сотни таких машин разной модификации.